Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинов Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас я для вас нахожусь в Таиланде, остров Качанг, отель Меркури. Мы в нем будем жить 2 ночи. Я смогу вам больше показать в этом отеле, чем в предыдущих. Это лобби. Вот что есть в баре. Отель расположен на первой береговой линии. Вот я отсюда с лобби вижу сразу пляж. Я не знаю, что это за звук. Может, комаров разгоняют, но уже около часа так пищит. Как обещал, снимаю вам территорию отеля. Здесь есть бассейн. Бассейн, понятно, что здесь солнце, поэтому вода в нем теплая. Сегодня ужин на улице они готовят. Поснимаю вам, что там будет. У них есть счастливые часы с 3 до 5, когда вы заказываете один коктейль, получаете второй в подарок. Территория отеля небольшая, тут не так много, небольшое количество номеров. Это тоже главный ресторан. Hello. Есть у них здесь бильярд еще, сейчас покажу. С 6 до 8 вечера у них тоже счастливый час. Возьми один, второй получи в подарок. Бильярд. Футбол, судя по всему, там. Можно посидеть в небольшой компании, отдохнуть. Здесь вам могут сделать массаж. Работает он с 10 до 20.00, но массажистки-лентяйки, они как только время появилось, сразу же закрылись и ушли. Я записался на массаж с 6 до 7, но они взяли и ушли специально, чтобы только меня не массажировать. Тут же находится тренажерный зал сразу. На берегу моря очень удобно. Можете побегать на велодорожке, велосипед или гири и смотреть на закат и на море. Пляж достаточно большой. Вход здесь, конечно, песчаный, пологий. Там рядышком вот есть еще дальше тоже бар небольшой. Это уже не от отеля, а отдельно. В бассейне есть зоны для детей, правда, они сразу с выходом в большой бассейн, поэтому за ними, за детьми, надо все равно смотреть. Там есть небольшой бортик, вот это основной бассейн большой, или фонтан, тут же могут и детки купаться. Для них здесь огорожено, это для таких постарше, а вот справа-слева здесь есть еще помельче. Номер 1511, отель Меркури. Я не знаю, какой-то тип номер, но, скорее всего, какой-то стандарт с видом на море. Здесь мы видим джакузи. Душевая стойка. Ну вот, видите, все чисто, аккуратно, круто. Еще прикольная фишка, что открывается окно полностью, и джакузи у вас прямо в спальне, и вид на море. Видите, да? Плазменный телевизор. Кровати прямо на полу. В холодильнике есть напитки, но они платно. Обязательно смотрите, есть вот такой листик, на котором все указано, что вы пьете, используете. Есть чайный сейф, чайный уголок, Принглс, большая односпальная кровать. Матрасы можно соединить, если надо. И видите, вы можете прямо из окна, когда спите, видеть море. Есть балкон большой. На балконе, по крайней мере, у меня есть вот такая качалка, 2 кресла, сушилка для вещей. И есть еще connection room, к соседям можно ходить. Ну а вид, видите, на бассейн, сад и море. Кондиционер здесь центральный. Вот, видите, телевизор плазменный. Есть DVD, судя по всему. Снимаем, что здесь есть. Суп. Там еще пусто, да, еще ничего не принесли. А, ну вот уже есть. Овощи.
пляже есть бар отдельно свой. Ну, это то, что я вам говорил, с 3 до 5. Счастливый час. Блинчики готовят. Данный отель подойдет для спокойного отдыха. Здесь рядом нету других отелей. Можно выйти в город. Единственное, что, скорее всего, придется брать тук-тук, потому что рядом тоже ничего так нету, чтобы вы в шаговой доступности вышли. Сейчас в город выйду, посмотрю, что там есть. Это мы вышли уже к лобби. Очень интересно. Лобби находится ниже уровня воды. И такое ощущение, что вы в бассейне сидите. Мороженое по 120 бат. За 4000 бат можно приватный шатер сделать. Завтрак он стоит 390 бат. Вот сам отель. А это если выйти за территорию, здесь проходит дорога, и здесь как такового ничего нету. Вот одна кафе, кафешка какая-то есть. И все. И там справа еще что-то. А слева мы там ехали под горку, с горки очень долго, там ничего нету. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.